Улица Лесхозная всегда считалась одной из самых живописных в Мысках. Неудивительно, что в последние годы на берегу Мрасу появились базы отдыха и дачные коттеджи. Впрочем, местные жители вскоре убедились, на пользу природе такое соседство никак не идет. Лето, когда начинаешь купаться, вода идет прям вот, как будто бы, ну, канализация плавает, даже ребятишки. Начинаешь купаться, они говорят: ой, баб, ходила с внуками, говорят: ой, смотри, смотри, привет, какушка. Дом Ирины Конновой расположен как раз рядом с одной из баз отдыха. По ее словам, за несколько лет протекающий здесь ручей превратился в настоящую помойку. И вот это все стекает сюда, в ручей. Возле каждой турбазы уже успела образоваться своя небольшая свалка. Ни их владельцы, ни городские службы мусор отсюда не вывозят. Куда утекают отходы человеческого отдыха из канализационных люков, тоже никто не знает. Очевидно одно: если местные жители не хотят, чтобы их улица стала центром экологической катастрофы, им нужно принимать меры. И первым шагом должно стать официальное заявление в Роспотребнадзор. Возможно, благодаря вмешательству закона, Мрасу снова станет чистой, как и полагается, настоящей таежной реке. Аркадий Кимеев, Ирина Сальникова, Павел Фомин. Новости моего города.